Русские народные духовые инструменты сейчас завоевывают популярность, на них играют во многих творческих коллективах. И я рад, что могу приложить свои знания, свои умения для любителей фольклорных коллективов, научить игре на жалейке, на свирели, на кугиклах, дать определенную методику обучения игре на этих инструментах и тем самым помочь руководителям фольклорных коллективов самим использовать эти инструменты в творческих коллективах, играть и вовлекать детей в мир фольклора. Поэтому я приглашаю всех любителей посетить наш сайт, посмотреть наши видеоуроки и самим окунуться в мир фольклора. Я приглашаю всех присоединиться к нашему фестивалю.